Как сейчас начало холодать, они все прямо домой бежут. И на наши места специально старые вещи вешаем, в вещах прямо, как знаешь, вот так сыпается у них. Ужас. Проблема распространения вредителей в Абхазии продолжает быть актуальной. Жители страны в очередной раз сталкиваются с нашествием мраморного клопа. В этот период года мраморный клоп покидает леса и огороды, отправляясь зимовать в теплые дома людей, нанося тем самым большие неудобства жителям и большой вред созревающим в осенний период фруктам. Жительница Сухума Антиса Квициня несколько раз в день занимается сбором клопов, количество которого с каждым днем становится больше. Там ты сидишь, они прям летят, как рой пчел. Дом летает. Я съедаю абсолютно на все. Это отражается на том, что у нас нет возможности собирать там урожай, на виноградах они сидят, на орех очень сильно портит. И фрукты просто с деревьев они падают, мы не имеем возможности пользоваться плодами нашего сада, грубо говоря. Благополучие сельчан зависит от урожая своих садов и огородов. Жительница села Атары Людмила рассказывает, что из года в год они жили за счет того, что выращивали сами. Но из-за вреда, нанесенного мраморным клопом, у них в этом году нет такой возможности. Вообще невозможно, мам, у нас столько фруктов разных, вообще посмотришь, заплатишь, все в деревьях, все в дырках. Сколько раз надо лететь, а сколько нам надо лекарства от этого употреблять. Очень много надо, мама. В нашем районе их очень много. Сегодня мы так задыхались от них. Прямо прикусали нас, и мой мальчик начал лечить. Еще сколько здесь валяется вот этих червячков, мама. Чем мы будем дышать, как мы будем дальше жить, вообще не знаю, мама. У нас только лечения не было в нашем районе, я тебе правду скажу. С аппаратом ходили, лечили, а наш район не лечили. Я думаю, что за это они много вылупили. Представитель Минсельхоза Мурман Джопа в интервью абхазскому телевидению сообщил о том, что государство оказывает помощь жителям страны в борьбе с мраморным клопом. Очень много ранцевых опрыскивателей роздано населению. И каждый житель, каждый хозяин своего присобного участка может вылечить. У него есть возможность, то есть даны препараты безвозмездно, бесплатно, ранцевые опрыскиватели выданы, и они могут эти работы у себя при усадебном участке проводить. Несмотря на то, что государство выделяет препараты для борьбы с мраморным клопом, их объемы незначительны, не хватает для многократной обработки сельхозугодий крестьян, рассказывает глава администрации села Тары Виталий Квициня. В начале этого года, 2021, нам было выделено весной 60 литров препарата Зондер. В середине лета нам было выделено 48 литров того же самого препарата. Но, естественно, данный препарат в таком количестве для всех не хватает. Для однократной обработки данной площади, то, что я говорю, в пределах 200-230 гектаров, необходимо минимум 100-150 литров. Это кратное. А если для полноценного выращивания, допустим, ореха фундук или другие культуры, надо обрабатывать не меньше 4 раз. То есть не 100 литров препарата, а 500-600 литров препарата. Как рассказывает специалист Института сельского хозяйства Ливан Кулава, в данный период мраморный клоп наносит вред цитрусовым культурам, так как они только начинают поспевать. Также аналогичный вред они наносят виноградным гроздям. Какие меры защиты мы можем применить на этот период года? Первое – это, конечно, физическая борьба. То есть отлавливать особей с последующим их уничтожением. Следующее – это применение феромонных ловушек. И есть еще метод, это химический. Я считаю, что химический метод необходимо применять в таких крайних случаях или там, где его применение относительно может быть более безопасно. То есть это те помещения, заброшенные здания, какие-то другие подсобные помещения, любые укрытия, где не живут люди. В 2019 году правительство Абхазии установило плату в размере 1000 рублей за 1 килограмм собранного мраморного клопа. Жители страны активно принимали участие и собрали более 5 тонн вредителя, что сильно сократило их популяцию. На сегодняшний день сельчане уже вовсю бьют тревогу, в то время как такой эффективный метод борьбы с вредителем почему-то не используется.